Улица Бальзака, 26А. Панельный девятиэтажный дом на 5 парадных, расположенный вдоль проспекта. Входы в подъезды в удовлетворительном состоянии. Установлены домофоны. Есть места для отдыха. Двор достаточно зеленый. Мест для парковки практически нет. Машины паркуют где получится, в том числе и на газонах. Поблизости амбулатория семейной медицины, детский сад, школа. В соседнем здании детская библиотека. Недалеко и торговый центр с продуктовым супермаркетом. Просторная современная детская площадка. Банковское отделение. Ухоженный парк с еще одной детской площадкой. В целом дом в удовлетворительном состоянии.